из Угорянки. Я не давай. Осадились несколько лошадей. Но лучше всех принимает Персифея Барс. Нет, это Ариэль Барс. Летописи Тиани. Тиани выходит вперед. Ариэль Барс второй. Тут же Летопись. Втроем лидирует при входе в поворот. Скачку повела Тиани. Ариэль Барс второй. Далее по бровке Вакханка, Тайха. Полевой стороной Гордана. Тут же рядом с ними идет Лучарджер. Остальные очень кучно. Тиани лидирует с преимуществом 2,5 корпуса. На втором месте Ариэль Барс. На третье Гордана выходит. На четвертом Голубка. Тут же Лучарджер, Тайха. Deep Inside. Рядом с ней Летопись. Далее полевой стороной Вангелия Слав. Тут же рядом с ней Вакханка. И по противоположной прямой скачку продолжает вести Тиани. Тиани под седлом Гусейна Гусейнова впереди. На второе вышла Гордана. Ариэль Барс третий. На четвертое выходит Тайха. На пятое выходит Летопись. Тут же Лучарджер. Рядом с ними Deep Inside. Остальные кучно. Тут же. Тиани продолжает лидировать. На корпус сзади второй Гордана. Тут же Ариэль Барс. На Ариэль Барс начинает ехать Руслан Кругухин уже в легком посыле. И Тайха. Тайха выходит на третье место. И Летопись на четвертое. Рядом с ними Deep Inside. Лошади входят в последний поворот. И скачку продолжает вести. Нет, Гордана выходит вперед. Тиани отпала. Летопись выходит на второе место. Тайха между ними. Втроем они пошли в борьбе за лидерство. Гордана, Летопись, Тайха. На четвертое место вышла Персифея Барс. Тут же Ариэль Барс. Евангелия Слав. Смотрите, как уверенно на Евангелии Слав. В руках едет Юрий Кулинич. Похоже, никуда не торопится. Летопись выходит вперед при выходе на финишную прямую. На втором месте Тайха. Тут же Ариэль Барс, Персифея Барс, Евангелия Слав в руках. Юрий Кулинич, ну когда же он поедет в посыле? Летопись повела скачку по финишной прямой. На втором месте, на второе выходит Ариэль Барс. Ну и где там Персифея Барс? Ариэль Барс подъезжает стремительно к Летописи. И вот пошла Евангелия Слав. По финишной прямой Летопись впереди. Ариэль Барс ее захватывает, выходит вперед. И тут же полем Евангелия Слав. Вперед вышла Ариэль Барс. Евангелия Слав полем, но далековато. Ариэль Барс возглавила скачку. И Ариэль Барс выиграет приз Горянки. Летопись второй, Евангелия Слав третий, Тайха четвертый, Персифея пятый.